завершающее третье упражнение на этом тренажере верхнем блоке. Тяга обратным хватом. Хват узкий, чуть меньше ширины плеч. В отличие от упражнений, которые я делал на турнике, то есть к животу тяну, здесь нужно стараться наоборот тянуть и держать корпус ровно. Итак, начинаем. Опять же, движение осуществляется лопаткой. Здесь хоть и мышцы рук в угловые гипсы, да, подрабатывают сильно, стараться их выключить, напрягать. Чем ровнее вы сидите, тем больше площадь мышц спины прорабатывает. Ну, я так ощущаю. Вот, в принципе, и все.